К 21-летию «Единой России» подготовлен проект «Лица партии», рассказывающий об интересных и выдающихся участниках партийного движения. В их числе заведующая Одинцовской женской консультации, член фракции «Единой России» в окружном совете депутатов Лариса Бархатова. В 2020 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области». Она трудится в этой сфере более 40 лет, а в составе партийной фракции курирует вопросы здравоохранения, материнства и детства, а также проверяет медицинские объекты на территории Одинцовского округа, которые строятся или находятся на этапе ремонта, планового или капитального. Среди них детская поликлиника на улице Говорова в Одинцове по отработке наказов народной программы. Сейчас в рамках проекта «Здоровое будущее» комиссия держит на контроле завершение строительства двух важных объектов муниципалитета – Центра диспансеризации здоровья Подмосковью в Одинцове и офиса врача общей практики в селе Савинская Слобода. Продолжится мониторинг и других объектов. Сейчас идет очень серьезная работа по развитию системы здравоохранения Одинцовского округа. После хирургического корпуса масштабные ремонтные работы запланированы и в других крупных медицинских учреждениях муниципалитета, в том числе в Перхушковском подразделении, в Одинцовском родильном доме и Никольской больнице, резюмировала Лариса Бархатова.